Дорогой мой друг, привет! Я знаю, что тебе сейчас нелегко, и что слова – это только слова, которые ничего не значат. Все это «держись, и все будет хорошо» только расстраивает. После них не становится легче. Ты знаешь, я бы тебя обняла, я обнимаю сквозь километры и часовые пояса. Знаешь, я понимаю тебе, кажется, что мир жесток, и верить в лучшее не получается. Поверь мне, в жизни каждого человека бывают взлеты и падения. В это трудно поверить сейчас, но это скоро закончится. Однажды утром ты проснешься с лучами солнца, и тебе захочется жить. Ты как маленький ребенок будешь радоваться каждой мелочи и удивляться новому дню. Наверное, чтобы научиться вновь ценить жизнь, нужно погрузиться в непробудную тьму, откуда, кажется, выхода нет. Возможно, от моих слов не станет легче, но я просто хочу попросить тебя верить в лучшее и никогда не опускать руки, несмотря ни на что. Этот период дан тебе в жизни не просто так, и поверь мне, этот момент ты будешь вспоминать с улыбкой через несколько лет и понимать, что именно с него началось в твоей жизни очень многое. Да, ты можешь сейчас погрустить, это совершенно законно. Ты можешь написать все на своем листке, ведь именно в этот период хочется писать о том, что так тревожит твою душу. Ты можешь забраться в одеяло и громко-громко плакать. Можешь ни с кем не разговаривать и считать, что жизнь – это тлен. Но в глубине души, пожалуйста, знай, что именно этот период приведет тебя к лучшему тебя, что именно этот момент ты набираешься опыта, чтобы быть счастливым. Завтра ты можешь в себя не верить, но я в тебя верю. И, пожалуйста, прошу тебя, никогда не забывай о том, что через несколько лет ты будешь вспоминать этот момент с улыбкой. Береги себя.